Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Мне только что позвонила девочка, меня разбудила. Короче, она мои видео смотрела еще лет 5 назад, когда я только начинал снимать. И вчера она мне написала, но я пишу, приходи ко мне в гости. Она написала, хорошо, я завтра прогуляю школу, приеду к тебе. И вот она меня разбудила, сказала, все, сажусь на автобус, еду к тебе, вставай. Поэтому сейчас я буду просыпаться. Гости, 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 где гости, а где гости, а гости сейчас приедут. Короче, приехала эта девочка уже, она, вон, с подружкой. Приехала полчаса назад, позвонила мне, сказала, я уже приехала, а я только стою, начал голову мыть, короче, начал там зубки чистить, бриться, подмываться. Еще полчаса она стояла, ждала. Стоят две красавцы. Привет, обнимашки. С одной, с другой. Веду домой школьниц. А, кстати, вот так сейчас, если посмотреть, вы видели фильм, сейчас скажу, «Нимфоманка». И там была главная героиня, и сейчас Ева это она, похожа на ту девочку, на главную героиню с фильма «Нимфоманка». Подходим к моему двору, сейчас опять мои соседки и вот эти бабушки на лавочках будут говорить, о, опять она до дому привив девчат. Постоянно водят девчат до дому. Опять привив, и с каждым разом меньше и меньше. Пригласил девочек на чай. На настоящий чай. Короче, показываю девочкам видео, одно называется «Обычный парень идет за хлебушком». Ну и решили сделать то же самое в домашних условиях. Сейчас, прямо сейчас. Мне задышка от этих девочек. Вы лучшее, что было в моей жизни. Андрюша, сфоткай. Не для прессы. Андрюша, сфоткай меня. Андрюша, сфоткай. Пытаюсь застегнуть ширинку и не получается. Думаю, что ж такое? А тут шланг застрял. Андрюша, сфоткай. Ева настаивает на том, что мне нужно побрить грудь, потому что чуть-чуть тут волоски, бородка. Сейчас будет брить мне грудь. Будешь? Нет. Да, нет. Сейчас снесу бритвочку. Так, берем бритвочку, берем вот эту штуку. Так, дрожи. Ого, оно так должно быть? Я знаю. Сейчас Ева будет брить мне грудь. Пожалуйста. Гладенько, чтобы блестело. О. Может, мы потом перейдем ниже? Так, хорошенько, хорошенько. Ну, такая волосатая, что она ничего не знает. Так, поэтому же говорю, что давай забривать. Сосочек, ну тоже там надо. А что, если твои родители увидят? Что они скажут? Скажут, Ева, почему ты этому дебилу брила грудь? Происходит вообще. Это сиськи больше, чем надо. А ну покажи. У тебя тоже такие чуть-чуть так волосатые, да, чуть-чуть? Не, сюда, там переходы и все. У нас есть бананчики. И сейчас я буду делать
Шлюху поеву, хохо. Пошли, чего вы убегаете? Пошли. Туда, тудой, сюдой. Да, мы не на море. В смысле? Здрасте. Да, у нас специальная акция, кусайте. Да не бійтесь. Оп, так. Раз. Будете? Нет. Да давай. Блин, да что вы стесняетесь, та ё-моё. Да бананы сейчас 40 гривен килограмм. Я ей предлагаю, говорю, то не ем я. А я ем. Всем привет. Я шлюха поеха. Андрей Мартыненко. И я люблю хохо. Сейчас мы идем на мост, а после моста мы идем на стройку. На стройку по... Сука. Все? Что, вам стыдно, да? Нет. Стыдно. Стыдно. Нас в этом влоге у меня лайв-съемка, то есть без всяких понтов, без ровных рук. Все просто вот так вот, она перекосяк. Маловато. Я просто решил, типа, Еве переписать наследство своих подписчиков. Она, типа, тоже там снимает видосы. Но у нее подписчиков сильно мало. Я сказал, что если упаду, то мои 45 тысяч или уже больше, наверное, будут ее. Мне повезло. Парень, ты взлезь бы отсюда. Это же опасно. Опасно? Опасно. Я мистер опасности. Теперь я в безопасности. Ты глаз. Давай. Ого, яка штука! Все, все, диви, яка. Я же говорю. Фу, яка. А, жесть. Фу. А фу, а ты говоришь, та пофиг, типа. Ну прям аж так на пів глаза. Конечно, я же говорю, что капец. Нашли мы какой-то дом культуры. Сейчас попытаемся на него забраться, если получится, конечно. Пошли! Что ты делаешь? Да, я же говорю, что давай первый. Нафига мы сюда вообще поднялись? Сейчас гляну, что там, если гляну. Сука! Супер херовый. Я как на скейте сейчас поеду вниз туда. Прикольно тут. Ну так, ну так себе, так себе. Что делать? Пошли туда вниз, там можно пофоткаться. Капитан Джек Горобец. А как я сейчас спускаться буду? Потому что оно едет, все, этот шифер едет. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Андрюша, сфоткай. Я твоя, твоя. Thank you.
вылезай. Аккуратно. Давай, держи руку помощи. Чем только эти руки сегодня не были уже. И в этой смазке для бритья, в ржавчине, и уже в белой вот этой побелке. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Давай, сфоткай меня. Я твоя. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Андрюша, сфоткай. Улыбочку. Я твоя. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Андрюша, сфоткай. Почему в моей жизни вас стало так много, моих зрителей? Именно вот, прям вот у меня дома, в жизни, везде. Чё вас так? Я не пойму, почему вас так много стало? Или это меня для вас много так стало? Я даже не пойму, это типа вы ко мне лезете в жизнь или я к вам? Походу это наоборот я к вам лезу. То к девочке приехал во Львов, то в Киеве, то здесь пригласил к себе. Не знаю даже хорошо это или плохо, что я пытаюсь поддерживать с вами связь. Пишите в комментариях, это плохо или хорошо. Но если хорошо, то давайте, может быть, встретимся как-то, ну там, погуляем, сфоткаемся. Я тут голый стою, решил генеральную уборочку, уборочку сделать. Я тут, короче, полностью все скинул с себя, все закинул в стиралку, сейчас вам покажу. Решил полностью все поубирать, сейчас буду пылесосить. Свои чипсы. Люблю этот трек. Блять, отпусти её нахер ты её делаешь. О, Кирюшка. Блять, ну нахер ты насилуешь человека. Ну насилуешь человека.